Привет, я Карина Кабанова, член жюри конкурса российской анимации. Абсолютно счастлива объявить о том, что специальный приз жюри с формулировкой «За открытие новых территорий в детском кино» достается фильму «Уточка и кенгуру». Режиссер Лиза Скворцова. Я Лиза Скворцова, и я хочу сказать Большому фестивалю мультфильмов большое-большое спасибо за этот приз, который жюри вручило моему фильму «Уточка и кенгуру». Я обожаю Большой фестиваль мультфильмов, и я очень рада, что там появились призы. И в это странное время получить приз – это просто подарок. Спасибо.